Что ты здесь делаешь? Я хочу увидеть свою жену, как она? Убирайся отсюда, это из-за тебя она такая. Алло. Салам алейкум, брат. Сколько зим, сколько лет. У меня беда, брат. Жена умерла. Анастасия Николаевна, вам не кажется, что вы слишком заинтересованы в исходе этого дела? Не получается идти им на компромисс. Они винят меня в смерти моей жены. Я считаю, что таких папаш должны лишать родительских прав. И на суде я эту позицию поддерживаю. Я, брат, все сделаю, чтобы отдать тебе ребенка. Что? Я не позволю со мной так разговаривать. И своему папаше передайте.